скоро. Ты посвятил свою жизнь правосудию. Спасительница потерянных душ. Интересно, на это можно жить? Ты освобождаешь из тюрьмы невиновных людей. А как вы находите такие дела? Ко мне обычно обращаются либо родственники, либо сами жертвы. Ты используешь любые средства, чтобы возобновить расследование. Почему в это дело включилась прокуратура? Я ошибусь, если замечу, что у вас повышен интерес к данному случаю. Вам не мешало бы еще поработать над вашими манерами. Твоя цель – поймать истинных преступников. Докажи, что я невиновен. Мы не позволим нас шантажировать. Ничто не может помешать докопаться до истины, даже если все улики против. Почему вы этим занимаетесь? Это моя работа. Потому что только ты знаешь, что он невиновен. Скоро на ТВ Русь.